Привет всем любителям вязания крючком. С вами Ирина Невзорова, вы на моем канале Школа Вязания, где мы учимся вязать. Я тут недавно приобрела немножечко пряжи, и сегодня хочу вам рассказать о такой пряже, как Газал Baby Wool. Конкретно я взяла вот такие цвета, сейчас распакую и все вам про них расскажу. В упаковке 10 мотков по 50 грамм. Решила взять вот такие цвета для осеннего жилета, вот так вот между собой буду их как-то сочетать, вот, и решила вам рассказать. У меня не первый опыт вязания из такой пряжи, Газал Baby Wool. Я вязала из нее жилетку в сцепном кружеве, и эта ниточка мне очень понравилась. Давайте разберемся прям, как она скручена, из чего состоит, кто производитель. Сейчас вам все подробненько расскажу. Газал Baby Wool 175 метров 50 грамм. Здесь рекомендованный крючок спицы тройка. А крючок не написан, но я крючок тоже вязала тройка. Очень легкое полотно получалось. Не плотное, но и не рыхлое. Состав у нее замечательный. 40% акрил. Кашемир идет в составе. И мериносовая шерсть 40%. Какое же здоровское сочетание. Мериносовая шерсть нагреет. Акрил позволяет шерсти быть более износостойкой, ну и кашемир придает вот этот лоск ниточки. Она становится очень такой шелковой, ниточка скользит по крючку. Иногда из-за того, что здесь есть акрил и шерсть, посмотрите, вот какая скрутка хорошая, иногда может быть цепляться крючок, да, у меня такое было, но это с непривычки. Я буквально через там несколько рядов крючок перестал цепляться, и ниточка уже вязалась, ну, вполне себе скользко и ровно. И посмотрите, да, как под светом здесь переливается сама пряжа, и после стирки, после того, как вы свяжете любое изделие из нее, постираете, вот этот пух, который как раз-таки мериносовый, да, вот здесь вот немножко его заметно, он раскроется. Реально станет такое более пушистое изделие, вот поэтому кашемир прям мне очень нравится, что есть в составе. Ниточка мягкая и очень хорошо держит резинку. Да, у меня в свитере была резинка, и то есть она свободно растягивается, очень такая пружинистая пряжа, и принимала обратно свою форму. Можно использовать в свитерочках, например, жилетках или кардиганах. Можно вязать из мотивов эту пряжу, можно целиковое полотно. Будет держать узор. Объемные мотивы, объемные элементы в узоре хорошо просматриваются. То есть их прямо видно. Любые шишечки, любые косы, плотные столбики, все отлично будет просматриваться и классно смотреться. Вот, я вяжу крючком, поэтому я совмещаю спицы, в некоторых изделиях я совмещала, это когда я вязала шапки. Из Газал Baby Wool тоже будут классные шапки. Не смотрите, что здесь 40% акрил. Акрил только увеличивает качество самой шерсти и кашемира. Шапки получаются очень приятные. У кого, конечно, очень нежная кожа, да, они могут сказать, что она колется, или, например, в мотке колется, но это не так. Есть очень много отзывов у девочек, у рукодельниц, которые вязали шапки, шарфы из этой пряжи, и они были очень мягонькие, очень в стирке износостойкие. Можно стирать в машинке на деликатной стирке, ничего не будет с этой пряжей. Конечно, если со временем, да, могут появляться небольшие катышки, ну, потому что здесь есть шерсть. А со временем может, если вы будете часто очень стирать, да, то может побледнеть цвет, есть такое. Но не всегда, знаете, это зависит, можно даже от партии, от номера партии, потому что я даже читала отзыв у своих учениц, что они писали, ярко-красный цвет вообще никак не поменялся в эксплуатации год. Вот, поэтому тут тоже зависит от самого изготовления. Вот такие нежные цвета не линяют, они прекрасно держат цвет даже после стирки, отпаривания. Вот, поэтому
Из минусов, что могу сказать, вот это то, что только крючок цепляется, ну хотя я потом привыкла, и то, что появляются небольшие катышки. Но это опять же в процессе эксплуатации можно их убирать аккуратненько, стирать правильно, сушить в разложенном виде, горизонтально, да, и тогда у вас вот этих вот неприятностей будет намного-намного меньше. Здесь даже показан расход на этикетке, сколько грамм вам понадобится для возраста, да, для маленького ребенка, для женщины, для мужчины. Вот, и производство Турции, я уже говорила. Поэтому я уже выкладывала обзор Gazal Cotton Baby, да, а здесь Gazal Baby Wool. Оба номинования пряжи мне нравятся в работе. Поэтому рекомендую, если вы планируете связать на осень что-то интересное, может быть, повязать вместе со мной вот из такой вот пряжи, пожалуйста, ходите в магазин и покупайте. Очень классная пряжа, мне нравится. С вами была Ирина Невзорова. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Нравится ли вам такая пряжа? Вязали вы из нее уже что-то? А может быть, есть недостатки, которые я не обратила внимания, а вы про них знаете? Напишите, с удовольствием почитаем, обратим на них внимание. Конечно, подписывайтесь на мой канал. Всем вам легких петелек и вяжите с удовольствием.